The Moscow Ornithory celebrates its 10th anniversary this year. During this time, hundreds of birds of all kinds have been raised and fostered. Изначально мы планировались, хотели создать сокольничью площадку. Потому что парк Сокольники – это исторически, можно сказать, уже намоленное место. Вся топонимика связана с соколиной охотой, с сокольничьим делом. It is easy to get acquainted with birds of prey and feel yourself as a falconer. The ornithery is open to all visitors. Victoria Puzakova has been a member of the club for 5 years. Мне просто нравились птицы. Вот. Иногда я кормила голубей в парке. Раньше изучала птиц, у меня было много энциклопедий дома. Вот. А потом я узнала то, что в парке Сокольники можно заниматься с хищными птицами. Для меня это было шоком. Когда я пришла, у меня просто радости столько было. Конюки были моей любимой птицей, и поэтому я выбрала конюка. There are about 200 birds in total at the ornithery. Anyone can come to the club, watch, socialize, and even walk with the feathered friends. Apart from fostering, the center also rehabilitates sick and injured individuals. Попадают к нам благодаря неруданушным людям, потому что люди гуляют по улицам, в парках, находят каких-то подраненных птиц. Этих птиц к нам приносят. И в дальнейшем они тоже отслеживают судьбу птиц, которых они принесли, потому что все это мы фиксируем, когда выпускаем. Ornithologist's task is to restore the bird's condition in order to return it to its natural environment afterwards. Those that cannot be cured for some reason are kept in ornithery under professional supervision. Есть огромный социальный запрос. Запрос на доброту, на лечение, на помощь. И тут мы не сортируем, кого много, кого мало, кто достоин жить и размножаться, кто недостоин. Для нас все достойны, все живые существа. Мы принимаем, мы лечим, мы выхаживаем. Наталья Анисимова is a veterinary ornithologist. She works with both domestic and wild birds. Patients' diagnoses range from hypothermia and food poisoning to serious fractures and head injuries. Мы и оперируем, то есть и в там терапии, там антибиотикотерапии, витаминотерапии, операции, то есть делаем абсолютно все. Мы стараемся птиц именно как бы довести до того состояния, чтобы птица жила в природе. The Ornithology Center in Sokolniki is a social and environmental project, which has already proved its importance and became an example of careful attitude to birds in the urban environment.